Наш пресс-центр продолжает серию вкусных интервью. Здравствуйте, давайте с вами знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Яна, я являюсь специалистом отдела маркетинга Тульского молочного комбината. И мой коллега Станислав, он сам, наверное, представится. Станислав, отдел продаж. Давайте немножко подробнее о компании. Мы представляем на выставке Тульский молочный комбинат, а если чуть более подробнее, то нашу сыроварню, которая называется «Индорф». Сыроварня была построена на территории Тульского молочного комбината в 2017 году. И уже меньше чем через год после начала строительства мы приступили к первым варкам наших сыров. А именно мы выпускаем твердые и полутвердые сорта сыра премиум качества. Такие сорта, как Тульер, Тульер Дю, Монамонт, Пармезан, Маздам и Лаутер. Твердые сорта сыров мы производим в натуральной сырной корочке. Полутвердые – это латексная оболочка. Наша гордость – это наши сырные головы, которые диаметром 60 сантиметров, а весом 40-45 килограмм. И именно в таких больших сырных головах создается правильная работа бактерий, тем самым мы получаем насыщенный вкус и правильное сырное тесто. А также хочу заметить, что специально для проекта «Эндорф», для сыроварни, ближайшими хозяйствами были закуплены коровы айширской и симментальской породы, которые дают именно сыропригодное молоко, которое мы проверяем при входе на входном контроле на 21 показатель. И эти коровы питаются исключительно сеном и травой. Счастливые коровы дают счастливое молоко, из которого мы делаем потрясающий вкусный счастливый сыр. Все верно. На текущий момент комбинат производит и продает до 40 тонн сыра. Сейчас в стадии завершения проект по увеличению производственной мощности до 80 тонн. Так что мы готовы обеспечить всю страну качественным и вкусным сыром. Спасибо. Замечательно, что готовы. Скажите, где уже вас можно найти и где мы можем попробовать? Вы можете купить в торговых сетях «Глобус», «Лента», «Пятерка», «Магнит», то есть практически во всем крупном ритейле мы представлены. В таких специализированных сырных магазинах, как «Сырный сомелье» и так далее. Замечательно. Хочется пожелать вам удачи в вашем нелегком, но очень важном и нужном деле. И, друзья мои, попробуйте и оцените сами по достоинству вкус этого продукта. Спасибо большое. Спасибо.